Для Инны Тушевой вернуть цивилизованный вид Парку Победы – то, что называется «дело жизни». Именно благодаря ей многие барнаульцы узнали, что аллея на проспекте Космонавтов когда-то была частью настоящего парка. Больше 2 лет назад с группой единомышленников Инна стала проводить здесь субботники. Аллея заметно похорошела. Здесь проведен целый комплекс работ, то есть она приведена в надлежащее санитарное состояние, вырублены аварийные деревья. Те деревья, которые можно было сохранить, они сохранены. Вот, то есть здесь стало безопасно, аллея имеет на сегодняшний день надлежащий вид, осталось восстановление ее исторического значения. Вот он, следующий этап работы – полноценная реконструкция. Хотя, обещают авторы проекта, выполнившие его, кстати, бесплатно, он должен быть даже масштабнее, чем когда-то. Так на аллее появятся сразу 3 монумента. В первую очередь будет центральная стела, расположенная как раз вот в этом месте. Она будет представлять из себя проходную арку в виде звезды, будет подсвечена красным светом. Ну, красный свет в данном проекте является основным, и он создает некую такую красную линию, которая будет длиться до самого конца проспекта. Руководитель проекта Лариса Шокарова говорит, реконструкция важна, чтобы восстановить не только историческую, но и градостроительную справедливость. Практически в каждом районе города Барнаула есть какие-то памятные места, посвященные Великой Отечественной войне. А вот в этом районе как раз такое место и отсутствует. Проект парка, возможно, рассмотрят на совете уже в мае. Далее предстоят общественные слушания, обсуждения, которым активисты намерены привлечь всех неравнодушных барнаульцев. Тогда, по словам организаторов, станет понятно, сколько понадобится на реконструкцию средств. А пока, к 9 мая, они планируют снова провести в парке субботник, куда приглашают всех желающих. Илья Кочетков, Алексей Фризин, наши новости.